Оплата свет, а не оплата тьма. Судебные приставы и представители энергосбытовой компании «Гарант» отправились в рейд по злостным неплательщикам. Долги за электроэнергию они копили не один месяц. За 2019 год мы взыскали более 35 миллионов. Сегодня у нас будет рейд по злостным должникам, у кого задолженность составляет более 10 тысяч рублей. К ним будут применены меры принудительного взыскания в виде описи ареста имущества. В коммунальном переулке города Иваново почти в каждом доме не по одному должнику. Эта жительница должна энергосбытовой компании 56 тысяч рублей. Приставы описывают два стареньких телевизора и микроволновку. Оставляют на ответственное хранение. Долг у семьи в соседнем доме чуть меньше – 54 тысячи. Хозяйка сама предлагает забрать ценные вещи. Говорит, платить нечем. Самореализацией техники заниматься тоже не будет. А тут хоть что-то. Правда, сын ее утверждает, что компьютер им не принадлежит, да и телефон тоже. Друг подарил, но технику заберут все равно. Это не ваши. Документы есть? Подтверждающие какие-то документы есть? На данный момент их... Чеки только. В чеках прописана ваша фамилия, что вы являетесь покупателем. Тогда сейчас мы составим акт описи ареста. Если вдруг у вас какие-то документы появятся, то вы подойдете ко мне, и арест с имущества будет снят. Если вы подтвердите, что... А как я могу подтвердить? Там только чек, и в чеке не указывается фамилия. В чеке должна указываться фамилия покупателя. На бытовую технику, если на такую, да. Может. В этой семье долг пока не критичный, причем 2500 хозяйка квартиры проплатила буквально на днях. Здравствуйте, служба судебных приставов. По задолженности в пользу энергосбытовой компании «Гарант». Оплачиваете? Потихоньку. Платежечки есть у вас какие-то? Какой долг у вас на сегодняшний день? 10. 10 тысяч? Телевизоры писали, но оставили на ответственное хранение. Если потребитель погашает долг, то ему всегда идут на уступки и имущество не забирают. В течение 10 дней женщина должна написать ходатайство о самореализации. Плотная работа энергосбытовой компании со службой приставов – это лишь одно из направлений по взысканию задолженностей. Есть и другие эффективные методы. Самое оптимальное и самое эффективное – это является отключение электроснабжения. Ежемесячно мы порядка 500-600 отключений проводим. Результатом явилось то, что у нас задолженность по населению за электроэнергию в принципе практически остановилась, и мы надеемся, что она будет сходить на нет и иметь тенденцию к уменьшению. Должника о предстоящем отключении предупредят уведомлением, но на оплату есть 30 дней. Но даже если денег не хватает, «Гарант» готов рассмотреть отдельные ситуации в индивидуальном порядке и предложить рассрочку. Елена Белова, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.